Здравствуйте, друзья! И это у нас цветущая сакура, как мне сейчас сказали местные жители. Вот. Дерево, которое притягивает к себе отдыхающих, прогуливающихся. Просто замечательное дерево, красивое. Мне вот женщина, вот которая там в беседке, сказала, что расцвела она практически за сутки и сейчас радует всех своей красотой. Тут есть еще второе дерево, но оно менее пышное. Вот. Менее пышная, немножко цветы побледнее. Ну, а это, конечно, очень красиво. Сейчас молодая пара, парень фоткал свою девушку, она взяла ветвь, немножко ее пригнула к себе. И, я думаю, очень, конечно, живописные получились фотографии. Ну, и мы тоже еще полюбуемся ей. Это, кстати, позволяет делать мой новый формат. Шорты Альбатроса. Мои короткие видео. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на мой канал. И всех вам благ. И обязательно напишите, как вам моя новая рубрика, мой формат. Смотрите ли вы мои видео. Пока!